Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Сри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Сри Нанда Нанданам Банде Радика Чарунодаям Гопияно Самаюктам Биндаванам Манухарам Ванчакалпатарувасчакипасиндвевича Патитананг Павуне Бхавишнавибхьо Намо Нама Мукам Кароти Вачалам Пангулам Хетгири Джаткипатам Ханганди Парамананду Мадхавам Бриндави Тулсидев Вайпияви Кесавасача Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нараттама Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеша Гаурия Патрасья Пракаса Неча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Барана Дейям Сада Парибхавагнам Авишта Духам Тетас Падам Сива Виринчинутам Саранам Витатихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарунарвиндам Ятпада паллавана качандамани чатай Биспуриджита кимапикабабадуша дарши Пурнану рагроса сагросара мурти Сарадхикамай када кипам караси Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Си Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Си Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджану ламбита бхужау канака бодату Шанкиртанай капитарау камалая такшу Вишам бару дижа бару югодхарма палау Банде жагат прия кару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Дадаси Ниттам Бхавану рупе на садана ранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара бибуши табама бхагам Нараяно прияманонго мада пухарам Варанаси пурапати бхаджави шанатам Вагиша Джошу Бадане Лакшмир Джасса Чабакшаси Джасьясте Хиде Самбит Памни Синга Махамбаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе. Эвам пракрити вайчитрат бхиддате матайонинам.
Param parjena kesanchit pasanna matayo apare. Evam prakriti vaichitrat bhiddate matayo ninam. Param parjena kesanchit pasanna matayo apare. Gauriya Goshtipati Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, Бхактинадхара будет существовать вечно, она не может быть разрушена. Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что Бхактинадхара не может быть разрушена. Can never be stopped. Она никогда не остановится, никогда не прекратится. This is Kalika. Dangerous Kalika. Как мы знаем, сейчас век Кали. Очень опасный век, время противоборства, вечных споров, столкновений. Still it is the blessing of Bhakti Siddhanta Saraswati. Но он также. Still, it is a blessing of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. He promises. Благословенным, поскольку Шрила Прабхупада объясняет, somehow, обещает нам, что like Бхактивинодара никогда не прервется. Знаете, реку Пхалгунади. Она высыхает, и кажется, будто бы там нет абсолютно никакой воды. Но Прабхупада объясняет, но так или иначе, вода, хоть и в небольшом количестве присутствует, она не прекращает свое движение. И Прабхупад сравнивает Бхактивинодару с Пхалгунади. Он говорит, что Бхактивинодара никогда не прервется, и никакая сила в материальном мире не сможет остановить ее. И от лица Прабхупады нет своего лица. Я хочу предупредить вас. Прабхупад часто говорил, что необходимо понимать разницу между тем, что является Бхактивинодара, и тем, что нет, тем, что ей не является. Избегайте тем, что ей не является. И приложите все усилия для того, чтобы быть в потоке Бхактивинодары. В противном случае вы затеряетесь, вы сойдете с пути преданного служения. Прабхупад говорит нам о необходимости совершать сатсангу. This difference, if you can understand, that is called your satsanga, topmost satsanga. И что же для нас сатсанга? Это возможность, умение отличать Бхактивинодару от того, что ей не является. Never try to arrange love puja pratishtha. И один этот навык приведет нас к полному успеху. Can never be one devotee. A Bhagavan can reject you. Knowingly, unknowingly, you don't know there is some secret desire inside. You cannot detect the germ. В сердце могут появляться неосознанные желания материального характера. В таком случае Господь отвергнет нас. Then you need not run the opposite way to join one cheater party. Но если вы сможете определить
истинный поток Бхактивинода Дары, вы не будете обмануты, вы не станете следовать обманщикам. Так называемые преданные Гаудия-матха всячески пытаются скрыть Вишудха-сиддханту, чистую философию Гаудия-вайшнавов. И говорят выдуманную новую сиддханту. Они сделают все, чтобы вы не узнали о том, кто такой Бхакти-сиддханта. Бхакти-сиддханта Сарасвати Такур. Потому что если вы узнаете, то вы достигнете Бхагавана. А этого Майя Деви не хочет. Таким образом, такие ложные представители Гаудия-матха всячески пытаются продвигать себя вместо учения Шрилы Прабхупады. В наш век обнаженная Кали танцует. Шанкарачарья со своими последователями хотели полностью разрушить, скрыть, удалить вайшнава сиддханту. Существует книга, которую они составили. Они пытались разрушить учение Мадхавачарьи, и по сей день это происходит. Они хотят уничтожить вайшнава сиддханту, поскольку она самая важная, что есть в этом мире. Ведь если не будет вайшнава сиддханты, люди не смогут узнать истину и не смогут начать свой путь к Бхагавану. Шанкарачарья, наш Мадхавачарья, хотел установить подлинную сиддханту. Рамануджачари также, хотя между их учениями была небольшая разница, но суть одна. Таким образом, непреданные, так называемые преданные, пытаются скрыть подлинную сиддханту, сделать так, чтобы она стала недоступной для людей. Буддисты, последователи Будды хотели и хотят уничтожить вайшнавов, уничтожить вайшнавские писания, пураны и так далее. За последние 500 лет произошло так много нападок на Гаудия Бхаджан. Противники Гаудия Вайшнавизма писали грязные вещи в адрес вайшнавской философии только для того, чтобы люди почувствовали отвращение к ней. Это игры Кали. Прежде всего, надо сказать, что в Шри Чайтанья Чаритамрите говорится: Парампаджипат Кешава Госвами Махарадж Шрила Прабхупада и многие из представителей нашей Гуру Варги давали комментарии на этот стих. В нем говорится: до тех пор, пока вы не достигнете
нейтральной платформы, не достигнете уровня, на котором станете полностью беспристрастны, вы не сможете совершать настоящий баджан. То есть нам необходимо достигнуть этой платформы, платформы, с которой, на которой не останется никаких наших личных взглядов нашего эго. Даже если мой родной отец выступит против Гаудия Вайшнавизма, если он будет лгать по отношению к Гаудия Вайшнавизму, я отвергну его. Вот это и есть нейтральная платформа. И полное предание. He is speaking, if my Gurudev going to misguide me, going to speak lie, если мой Гурудев отвергнет меня, простите, если мой Гурудев будет изменять абсолютную истину, если он будет противоречить ей, даже, возможно, на 20 или 30% отклонится, уклонится от следования абсолютной истине, я отвергну его. Как мы знаем, 100% ложь гораздо лучше, чем частичная правда. Лучше слушать полную ложь, чем слушать 50% или даже 80% правду. Потому что такая правда, неполноценная правда, разрушит нашу веру и разрушит нас, нашу жизнь. Прежде чем оставить тело, Деви сказала своему отцу: «Я не хочу быть связан с тобой, даже родственными узами». Shankar, my husband can say, Dakshayani, he can joke with me. So I cannot allow this kind of joking even. I like to erase the name. I like to erase your name from my life. Я хочу вычеркнуть твое имя из своей жизни. А поскольку мы связаны родственными узами, я уничтожу свое тело. Такая решимость, такая твердость необходима, должна присутствовать в чистом преданном, в преданном, который следует чистой сиддханте. Либо правда, либо... То есть никаких компромиссов. Бескомпромиссное следование истине. Наша Гуру Варга нисходит, берет свое начало с Нитянанды. Как я говорил прежде, для того, чтобы узнать саду, нужно взглянуть, старается ли он защитить учение своей сампрадая, своей Гуру Варги. Если нет, он не является представителем нашей Гуру Варги. Малейшее уклонение от пути следования Гуру Парампаре навсегда может выбросить нас, навсегда выбросит нас, непременно выбросит нас с пути преданного служения. Таким образом, мы должны идти шаг в шаг, шаг за шагом за Гурудевом. Баджан не так-то прост, совсем не прост. Я мог бы рассказывать вам приятные вещи, но я не стану обманывать вас. Баджан сложен. To establish all the Siddhanta Vichara
Итак, нашей обязанностью является устанавливать Гаудия Сиддханту под руководством Шрилы Прабхупады, провозглашать ее верховное положение. Мы должны защищать и распространять ее. Конечно же, Прабхупад не будет доволен, если я стану своими действиями разрушать Гаудия Матхи, Гаудия Сиддханту. Я сейчас сижу на Вьясасане, и я не могу говорить ложь. Это стопроцентная правда. Прабхупада совершил огромный труд, установив Гаудия Матхи в этом мире. И, конечно же, ему будет очень больно, если мы станем разрушать то, что он принес в этот мир. Бхактивинода Тхакур говорит, что тот, кто действует как ачарья, он пишет об этом в комментариях, в статьях. Его главная обязанность — защищать Гаудия Сиддханту. Если он не делает этого, все пропало. Если защищена Сиддханта, все будет в порядке. Нет денег, это не такая проблема. Нет и нет. Харикатха есть, то есть нет денег, невозможно устроить богатые пиры, но в этом нет ничего страшного, потому что самый главный пир — это пир Харикатхи. Однажды преданные стали жаловаться Прабхупаде. Преданные из Дакки. Один преданный жаловался, что люди вокруг сговорились, то есть сахаджи как-то проповедовали и сделали так, что никто никаких пожертвований не давал матху в Дакке. И Шрила Прабхупада разозлился, когда услышал его жалобу. Он сказал, там протекает великая Ганга, ты можешь пить ее воду и с полной верой повторяя святые имена, и тогда с полной решимостью, простите, немножко не так, то есть против Прабхупады люди сговорились, и чтобы никто не давал никаких пожертвований в матх. То есть это даже были не люди, а проповедь Майявади. Ему Прабхупаде сказали, что у нас нет никаких средств для поддержания матха. И Прабхупад сказал, давайте погрузимся в воспевание святых имен и посмотрим, здесь Бхагаван или нет. И всего за 12 часов вся ситуация разрешилась и стала совершенно благоприятной для проповеди. Due to different mood and different sanskar, due to different mood and different sanskar of different people. So same Siddhanta. Люди обладают разными самскарами. Именно из этого Сиддханта, который принес Шрила Прабхупада, изменяется. Каждый изменяет ее по-своему. Почему? Это проделки Кали. Век Кали не так-то просто следовать абсолютной истине. Прабхупада сказал, что
В жизни саду нет канака камени, пратиштхи и так далее. Не сказано, что это саду оставил их. Говорится, что она сама уходит. Ни один человек, никто не может оставить лапху пуджу и пратиштху. Она должна уйти сама. У нас не получится самим отказаться от нее. Если кто-то заявляет подобное, это всего-навсего ложное эго. Говорить вот так, что я откажусь от нее, это не философия Гауди Вайшнавов. Лучше думать так. Лучше я буду служить Шри Гуру, следовать Шри Гуру таким образом, чтобы в будущем лапха пуджа и пратиштха сама оставила меня. Мы видим, что подлинной ачарьи, в жизни подлинного ачарьи нет общения с женщинами. И нам кажется, что... То есть это говорит о том, что настоящего вайшнава все это оставляет само собой. Но мы часто думаем, что лишь противоположный пол женщины представляет опасность для отреченного вайшнава, отреченного преданного. Нет, также слава, тяга к деньгам, все это и наслаждение, то есть любое стремление наслаждаться и есть йошит. Абсолютная истина может не открываться нам. Она может быть навеки скрыта от нас. Поэтому-то я и говорю, что необходимо защищать сампрадая вайбхав, учение сампрадая. Что означает сампрадая вайбхав? Сампрадая вани вайбхав, то есть сиддханта, учение сампрадая. Даже вайшнавы говорят, что Гаудия Мат преданные настолько богата философия, настолько богата и глубока, но даже зная об этом, признавая это, они не проявляют никакого интереса к подлинному значению Гаудия Сиддханты. Они сами, майвади, заявляют, что Гауди Сиддханта полна сокровищ. Но посмотрите, в наши дни так редко встречается тот, кто по-настоящему хочет обрести эти сокровища, обрести и сохранить их, защитить их. Были те, кто сжигали Джайва-дхарму Бхактивинода Такура. Ведь там была подлинная сиддханта. Ведь там подлинная сиддханта. И для того, чтобы скрыть ее от людей, они сжигали ее. И, конечно же, такие люди будут наказаны. Жестоко наказаны. Тот, кто искажает учение наших вайшнавов и ставит на первое место себя, продвигает себя, прославляет себя, будут пожинать плоды этого. Они заплатят за это. Прокрити-вайчитра.
Сегодня я начал с этой шлоки. Из-за разнообразия мирской природы, из-за разнообразия самскар людей и живых существ в этом мире, к примеру, манговое дерево дает манго, нимовое дерево — горькие листья. И это не изменить. Это их природа, то есть это их самскары. Таким образом, как я говорил 5 дней назад, тело можно сравнить с полем. Вам дали поле, на котором вы можете выращивать, что-то вырастить. Бхагаван говорит, Арджуна, это тело можно сравнить с полем. Если ты не хочешь следовать подлинной, то есть полное право, полная свобода выбора. Если вы хотите следовать подлинной сиддханте, если вы не хотите следовать подлинной сиддханте, вы можете делать это, но кто защитит вас? Существует два пути. Либо защищать учение Сампрадая, это покажет, что вы возвышенный преданный, либо продвигать свою славу. И сейчас постоянно мы можем наблюдать, что интересы общества встают в противостояние с интересами сиддханты, сампрадая. Но интересы общества не так важны. Наставление Гауранги Махапрабху защищать интересы сампрадая. Я знаю, вам это тяжело слышать. Ну, и мне больно это говорить, но я вынужден говорить эту правду. Предположим, мне сказали бы, ваш сын мертв. И если бы я не мог вынести боли раздук, я бы умер. Но я должен вынести эту боль. Нечто подобное произошло с Махараджем Читракету. Помню, когда я был маленьким, я прочитал пословицу, в которой говорится, у военного была замечательная красивая жена и ребенок. Он отправился на службу, и спустя какое-то время случилось так, что его убили на войне, и его сослуживцы принесли тело отца к дому. Маленький ребенок еще не знал, что такое смерть. Когда он увидел отца, он стал обнимать его и кричать: «Папа, просыпайся!» Когда мать этого ребенка увидела мертвого мужа, она замерла, будто каменная.
будто бы окаменела. Еще чуть-чуть, и она бы умерла. Потому что смерть мужа произвела на нее такой глубочайший шок, что она не могла справиться с ним. Рядом была пожилая женщина, опытная женщина, которая увидела, что происходит с ней. То есть нормально, когда человек сразу же начинает плакать, у него проявляются какие-то эмоции. То есть в таком случае это естественная реакция, но то, что происходило с этой женщиной, не было естественным, и еще чуть-чуть она бы умерла. Но эта женщина знала, что нужно делать. Она быстро схватила ребенка и вручила ей в руки. И эта молодая женщина благодаря этому опомнилась. Вайшнавы, видя то, что происходит в обществе, не хотят находиться в этом мире, но они обязаны делать это, потому что главная задача вайшнавов — защищать Гаудия Сампрадаю. То есть эта женщина хотела умереть, но поскольку у нее были обязанности в этом мире, она не могла этого сделать, поскольку у нее был маленький сын. Точно так же и вайшнавы. Они хотят покинуть этот материальный мир, видя все, что происходит в нем, но они не могут сделать этого, потому что они знают свою обязанность. Что происходит сейчас? Мы хотим нашу Гуру-варгу отправить в костер, сжечь ее. Это вот это наша То есть с внешней точки зрения в наше время все так развито, большие храмы прекрасно украшают их, проводятся большие фестивали, праздники. Но что внутри? Что внутри? Я хочу знать, кто из вас твердо решит в этой жизни защищать и проповедовать подлинную истину, абсолютную истину, то тот сразу же достигнет Гауранги. Никто не хочет этого. Если я, когда я начинаю говорить, меня повсюду выгоняют. Никто не хочет слушать то, что я говорю. Горькая правда заключается в том, что сейчас все бегут за Пратиштхой. Вы хотите, верьте в это, хотите, не верьте, но это голая, уродливая правда. Итак, вчера я говорила о том, что мы говорили о том, что Удава сказал, что Up to now, never before Uddhav ji called Krishna as Swami. До настоящего момента Удава никогда не обращался к Кришне с Свами. То есть он стал сейчас воспринимать его как Бхагавана. Прежде он смотрел на него как на своего друга, но сейчас он понял его божественное положение. Рагануга Бхакти означает следование Браджаваси.
Vidina. So nice Vidiman Bhakta. But he's feeling spontaneous love for Krishna. Он был выдающимся бхактой Вайди Марга, но он испытывал глубочайшую любовь к Кришне. Бхаджан Рахаси Бхактиван Такур написал эти строки. Свамин. Свамин, то есть это Прабу. В природе он означает тот, кто может защитить меня. Мой защитник. Мы также можем называть Кришну Свами. Потому что Он может обеспечить нам полную защиту. Он высший среди защитников. So you wanted to give some indication. Bhavato Udita. Udita may already you told something about Bhakti Yoga. So that we can concentrate our mind onto your lotus feet. Absorbing it. Not concentration is broken. Or sometimes not that. Full concentration. Absorbing it. До этого Кришна говорил о том, что необходима полная концентрация на его лотосных стопах. Иудова просит рассказать об этом более подробно. Он говорит, пожалуйста, расскажи мне, и тогда я смогу избавиться от неблагоприятного общения. Сделать так, чтобы... Объясни мне, чтобы я смог полностью сосредоточить свой ум на твоих лотосных стопах, чтобы у меня не было других интересов. In Chaitanya Chaitanya. Even if you are leading your family life, suppose, I know you are not, you are in family life. Если бы вы были женаты, если бы у вас была семья, in front of your elder son, you are going to ignore, then your family life become miserable. You should be neutral. Если бы вы любили одного члена семьи, и не любили другого, все члены семьи бы страдали от этого. То есть мы должны быть нейтральны, то есть равно относиться ко всем. В этом мире такое состояние ума можно встретить крайне редко. Всем правят корыстные интересы. Как это было с Дурьотханой? Когда Дурьотхане говорили истину, которая была абсолютно беспристрастна, он просто говорил истину. Дурьотхана разгневался и прогнал. То есть абсолютная истина разозлила его. Но в действительности это только по своей собственной слабости мы не готовы принять
Харикатховой. То есть это был Видура Махарадж. Видура Махарадж не выступал, не принимал ни одной из сторон. Он чистый преданный. И чистый преданный всегда на нейтральной позиции. Это самый первый признак чистого преданного. Бхагаван Кришна говорит в ответ: очень хорошая цель, очень хороший вопрос. Бхакти — это мое сердце. И то, что ты испытываешь интерес к этому, меня очень радует. И я сейчас рассею твои сомнения по поводу кажущихся противоречий. Противоречие в том, что я сказал прежде. Я и есть Бхагавата Дхарма, говорит Кришна. Бхагавад Дхарма приходит в этот мир благодаря Бхагавану. Тот, кто следует Бхагавата Дхарме, не остается не отличными от Бхагавана. Это Ачинтья Беда Бедататва. Мы не должны терять равновесие. То есть преданные и Бхагаван должны быть на одной платформе. Преданный, преданность и Бхагаван. Они занимают одну платформу. Если это не так, невозможно. То есть можно потерять равновесие. То есть нашей обязанностью является находиться на этой, занять эту платформу, достигнуть ее и находиться на ней. Мы обязаны сделать это. В противном случае мы не сможем совершать настоящее бхакти, настоящее преданное служение. Бхагаван Шри Кришна говорит: мое учение присутствовало на земле, но из-за времени, из-за течения времени, с течением времени оно исчезло. Та сиддханта, которую принес Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура Прабхупада, мы никогда не получали из других источников, ни от Шипад Рамануджи Ачари, ни от других великих проповедников. Да, их сиддханта невероятно возвышена. Однако, Прабхупад единственный в материальном творении. Настолько ясно, настолько открыто он открыл нам сиддханту, дал нам сиддханту. Когда мы достигнем уровня, мы будем шокированы тем, насколько необыкновенна та сиддханта, которую он принес. Если бы сейчас Шримати Радхарани находилась здесь, что бы она сказала? Вот то, что бы сказала она, то же самое мы получили от Шрилы Прабхупады. Радхарани никогда не идет на компромиссы,
Точно так же, как никогда на компромиссы не идет Шрила Прабхупада, точно так же, как не идет на них Шрила Бхактивинода Тхакура. Никогда они не согласятся с группировками так называемых преданных, которые выступают против бхакти. Время называют Махакал. Эйнштейн говорил, я не могу объяснить, что такое время. Когда он погружался в мысли о времени, он всегда был в глубоком удивлении. Он пришел к выводу, что время — это движение. Он гениален. То, до чего он дошел, есть ведическая философия. Но он читал Гиту постоянно. То есть как он мог добиться, ну, осмыслить такие истины, которые есть в ведических писаниях. То есть он сам своим умом до этого дошел. Возможно, потому что он читал Гиту. Он говорил о том, что энергия может быть трансформирована во время и наоборот. То есть энергия Бхагавана трансформируется в материю. И действительно это так. Об этом говорится и в Бхагаватам. Бхагаван Майя Шакти. Пятьсот лет назад, 2000 лет назад, каким был мир? Мы можем вернуться. То есть то есть сейчас, в наше время, люди знают историю. Они знают, каким был мир через 500-2000 лет назад. Они знают, что... То есть они делают прогнозы и представляют примерно, каким будет будущее. Однако до сих пор человечество так и не поняло, что, не дало ясного определения, что есть время. Итак, Кришна говорит, что мое учение, хоть и присутствовало в этом мире, теперь недоступно из-за влияния времени. Бхагавад-дхарму, которую я рассказываю тебе, прежде я поведал Брахме. Дхарму, которая не отлична от меня, которая есть я. Putrayo manave purvajayo sa.
Тато бригвадайо агриннан шапто брахмасайо. Тено мане by him, I mean Brahma, then wanted to forward, I mean impart or give this knowledge to the first son Manu, Manave. Тено пруктачо путрая Манаве пурвайо са. After that, Tato, after that, Manu going to transfer to Bhrigvadayu. Bhrigva, Bhrigu, Angiraza, different receives. And Saptarshi, Bhammarsayu, not Saptarshi, sorry. Bhammarsayu, or Bhammarsayu, they are Vashishtha Adi. Мое знание, знание, которое я поведал, передавалось по парампаре. Питри бхёстат путра, дево данво гуйя каха, Мануша, Мунушаха, Шидду Гандарваха, Ша Бидда Дхарачарана. Then in course of time, in course of gradual, in course of time, из уст одной великой личности в уста другой. All our previous, you know, the son, grandson, Pitti, Pitti, both they are gradually, and in course of time, you постепенно know, Дев Данваха. Из-за влияния времени, со временем это знание получили и полубоги. В Алакапуре, которое расположено в Гималаях, место, где живет Якша, all human beings also. And Shiddha Gandharva, Shiddha Sikham, Gandharvam, людям было передано это знание. They are different kind of species. I mean, they are staying in higher planet. Другими словами, тут сейчас описываются разные живые существа, которые живут на более высоких планах. Шабиддадхарачаранаха, киндеваха, киннараха, нагаха, ракшо, кингпурушадайо, бхавастейшам, пракатайо, раджа, раджаха, шатто, тамо, тамо, бхуваха. Man, all their sanskar is different, different. Раджа, тамо, шатто different. So, киндеваха, киннараха, нага, и поскольку эти живые существа обладали разными качествами, они воспринимали его в соответствии со своим, со своей природой. Джани Бхутан, Джавир Бхутан, Джавир Бхутани, Видванте Бхутанам, Патаистата. According to the nature of Jivatma, in what form they are taking, sometimes they are taking birth as demigod, порой Дживатма рождается как полубог, иногда как ракшас. Джатха Пракити, Сарвешам, Читра вачо прасаванти. It is strange, according to their different удивительно. Сарвешам читра вачо прасаванти. According to в соответствии с разнообразными самскарами, с разнообразной природой, которая вызвана, которая сформируется самскарами, каждый воспринимает знание по-своему. И из-за этого изначальное знание было видоизменено. Было изменено. И именно поэтому мы получили Бхагавад-дхарму. То есть именно поэтому нам, точнее, именно поэтому мы должны защищать Бхагавад-дхарму любой ценой. В противном случае мы лишимся всего. Все будет потеряно. Тут не стоит вопрос о политике, не стоит вопрос о организациях. Гуру Падпадма говорил, что эмоции — это не преданность.
Благодаря эмоциям продвижение не достигнуть, лишь благодаря... Благодаря эмоциям продвижение не достигнут. Лишь благодаря преданности можно сделать это. Можно прогрессировать. Но в действительности эмоции, говорил Гуру Махарадж, дают преданность, а преданность, в свою очередь, приводит нас к прогрессу. У каждого общества есть свой лидер. То есть у ракшасов, у демонов есть лидер, у полубогов. То есть предводители, они выбирают в соответствии со всеми самскарами. Не существует причины, по которой мое учение не может быть здесь в своей неизменной форме. But that was an excellent Siddhanta Vishaya. At the time of Gauranga Mahaprabhu, all the acts of automatically the acts of harmony. Во время, что поразительно, во время Гуранги Махапрабху все преданные, тысячи преданных, не имели абсолютно никаких разногласий. Почему? Ведь наверняка они также, каждый из них обладал индивидуальными чертами, потому что у них была одна цель, у них был один центр. Мне не нужны ни гирлянды, ни пранами, ничего от вас. Но ни симхасаны. Я никогда не хотел и не хочу, не буду хотеть стать гуру. Прабхупад рассказывал одну историю. Замечательную, забавную. Царь наблюдает за своим королевством, слушая, при помощи ушей. Ему доносят, что происходит в его государстве. Пандит получает информацию через свои глаза и принимает решение в соответствии с тем, что он увидел. Животное определяет, то есть полагается на свой нюх. То есть животное определяет при помощи нюха, кто перед ним. То есть все необходимое для него. Собака, как вы знаете, в полиции так задействует. Учат по нюху определять, кто преступник.
А глупцы и негодяи полагаются, то есть делают суждения после того, как потеряли все, после того, как их столкнулись с огромными проблемами. То есть, когда что-то случилось, они думают, о, я должен был сделать то или иное, то есть я должен был сделать то-то. На этом я хотел бы остановиться, а времени больше нет. Я всегда прихожу вовремя, но мы начинаем позже. Вы начинаете позже.